Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 505 упражнение. Необходимо списать и подчеркнуть как члены предложения выделенные слова. Давайте выполним. Дверь поддалась не сразу. Поддалась – это сказуемое. Затем сладко хрустнуло. Сладко. Обстоятельства. И в лицо ударил блистательный мороз. Блистательное определение. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца. А с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенные деревянные строеницы. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!